Основная цель данного заседания – взаимодействие между студентами и работодателями. Взаимосвязь нужна для того, чтобы выстроить дальнейшую деятельность студентов в будущем. Для этого научные конференции просто необходимы. Педагоги даже приравняли конференцию к празднику. Конференция – это праздник для университета, и важность ее нельзя недооценивать. То есть это то время, когда объединяются, так сказать, и студенты, и преподаватели, и представители с производства, и пытаются решить какие-то проблемы. Во втором корпусе Кумертауского филиала АГУ собрались преподаватели, студенты и представители производств. Поприветствовал всех собравшихся директор филиала Оренбургского государственного университета Татьяна Сазонова. Она отметила значимость организации предприятий и работодателей как основного фактора развития инновационного потенциала общества. Возможно ли представить нашу жизнь с вами сегодня без транспорта? Я думаю, что нет. Заниматься не только производственным сектором, но и внедрять научные разработки на производственных предприятиях. В пленарной части конференции выступили представители предприятий автотранспортной отрасли Республики Башкортостан и Республики Татарстан, преподаватели транспортного факультета Оренбургского государственного университета и Кумертауского филиала АГУ. Гости автотранспортных предприятий отметили важность таких заседаний. Эти встречи очень взаимополезны. То есть я думаю, что не только студенты получают от нас ту информацию, которая им пригодится в будущем, то есть уже при трудоустройстве, но и работодатели мы, то есть потенциальные работодатели, очень многому учимся от студентов и получаем тоже очень полезную информацию. Работа конференции продолжилась заседаниями двух секций по направлениям – технологии транспортных процессов и техническая эксплуатация средств транспорта. Приняли участие преподаватели и студенты высших учебных заведений, средних общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений республики. Участники конференции отметили актуальность и новизну тематики представленных докладов, в которых освещались проблемы, связанные с формированием кадрового потенциала предприятий транспортной отрасли. По итогам работы конференции были выработаны направления решения проблем функционирования систем транспорта. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».